Вот я открыла пакет, посмотрела все вещи. В принципе, все как было на картинке. Единственное, одна футболка цвет отличается. Сейчас покажу быстренько. На некоторых вещах почему-то ценники срезаны. Не знаю почему. Шортики для дочи 29,99, 30 лир. Размер 6-9 месяцев. Я уже померила. Вот единственная вещь, которую я ей померила. Кстати, вот она проснулась, моя красавица. Мамина девочка кушает. Кушай, кушай, мамина, кушай, кушай. Я тебя не отвлекаю. Померила, все хорошо. В длину все хорошо. Единственное, в талии немножко великовато. Так, футболки отдельно покажу. Для сынули я много футболок набрала. Помните, да, шортики, которые я брала для девочки, своей желтенького цвета? И вот эта вот кофточка, думаю, ей подойдет под те шортики. Вот здесь цена срезана почему-то. Тоже 6-9 месяцев. Ей вот именно в Айкике подходит размер 6-9 месяцев. Все вещи хлопок. Мне она очень-очень нравится. Единственное, что я не люблю, вот эти вот кучи этикеток. Ну, я их срезаю всегда, чтобы девочке не мешало. Так, это мальчика потом покажу. Кофточка. Я думаю, с какими-нибудь шортиками, с джинсами или джинсовыми шортиками отлично будет смотреться. Здесь тоже ценник срезан. Но вещи недорогие. Кофточки, наверное, в пределах 30 лир, наверное, не больше. Не хочу врать. Тоже 6-9 месяцев. Впереди вышивка. Все, хлопок. Здесь вот маечный такой хлопок. Здесь нет. Это не маечный. Но вот она, ей будет широковато. Это фасон такой, видите, широкий. Я на себе не люблю такие вещи, но пусть хотя бы дочь носит. Так, это кучу футболок для сына набрала. Я вообще маньяк. Так, шортики для дочи джинсовые, тоже 6-9 месяцев, тоже почему-то цена срезана. Они, по-моему, что-то около 50 лир стоили. Повторюсь еще раз, была акция, три вещи берете, четвертая бесплатно, но они автоматически выбирают. Вы не можете там три дешевые вещи взять, например, четвертую подороже, и она будет бесплатно. Нет, они автоматически выбирают, какая будет бесплатно. Классика. Вот эти вот рюшечки показывают, что это девчоночьи шортики. Тоже ей подойдет, потому что вот эти шорты, эти, они одинаковые по размеру, а вот эти ей подошли. Юбочка 6-9 месяцев не было размер, взяла 9-12, и она нам будет велика в талии, огромная она просто. Ну ничего, она на резиночке, я резиночку затяну, если получится, если нет, дам под Илье, чтобы они сделали ее чуть поуже. Будет пышненькая такая юбочка. Она подойдет и зеленая футболочка, и с белой, и с розовой, и синей. Синей у нас нет, правда, с ярко-розовой. Так что и даже желтой. Будем носить летом. Платьице для моей принцессы. Оно вот сейчас ей будет как раз. Так, тоже 6-9 месяцев. Сколько оно? Вот 40 лир написана цена. Это если вы расплачиваетесь сразу. Это если вы в рассрочку. Тоже хлопок. Ничего особенного. Здесь бантичек такой. Зеленая ленточка. Сзади на пуговках. Удобно. А, это уже все для сынули. Так. Для сынули взяла вот такие простые хлопковые штанишки. Их дома носить. Две штуки за 33 лиры. Ему всегда не хватает вот таких вот штанов. Он быстро вырастает. Серые и красные. Вот. Простенькие, хэбэшные. Шортики джинсовые взяла для сынули тоже обязательно. У него размер 9-12 месяцев идет все вещи. 40 лир. Его ж не чуть потоньше. У него такие прям летние-летние. Летняя такая джинса тоненькая. У дочери такая прям джинса такая капитальная. Штанишки не смогла мимо них пройти. Цвет такой не то серый, не то бежевый. По камере он кажется серым. 45 лир. Просто супер. Я люблю такие вещи. Вот на мальчиках мне нравится, чтобы штанишки были
такой бежевый, белый, серый, голубой такой оттенок. Не люблю ляпистые, такие непонятные вещи на мальчиках. Взяла комбинезончик тоже. Ткань, не могу понять, что это за ткань, но это хлопок. Не могу понять, но это хлопок. Натуральная ткань, хорошая по качеству. Где-нибудь есть обязательно этикетка внутри. Сейчас я не могу посмотреть. Но приятно. Комбинезончик ему очень подойдет. К лету, конечно, летом, наверное, в нем будет жарко, но вечером, в принципе, нет. Вечером, если мы пойдем к морю прогуляться, жарко не будет. Он такая неплотная ткань. Абсолютно нет. Вот. И остальное это все кофточки и футболки. Футболок должно быть много. Понравилась футболочка из-за цвета. Такой пыльно-розовый цвет. 18 лир. Это вот такие кофточки сейчас ему носить просто необходимы. Они с длинным рукавом, обычные, без ничего. Они быстро-быстро пачкаются. На один раз просто надеть, и всегда не хватает их. Так, вот футболочка. 20 лир, кстати. Предыдущая 15 лир стоила. Вот эта вот синяя. Футболочка 20 лир. Вот эта вот футболка за 15 лир, которая вот у нее была... Было искажение цвета. Она смотрелась прям красного-красного цвета. А пришла она такая какая-то вот, как будто выстиранный бордовый, что ли, цвет. Вот эта футболка мне не очень нравится. Вот это тоже прямо сейчас носить. Позже в ней будет жарко. Плотный такой хлопок прям. Так, 25 лир. Такие же простые две кофты, красная и белая. Они у нас... Нету ценник вырезан почему-то. Почему-то на них вырезан. Вот. Такие кофточки подходят всегда с джинсами, с брюками, вот с теми же самыми штанишками, которые я взяла, серые, например, красная подойдет отлично, а с джинсами подойдет и белая, и красная. А рубашки не смогла мимо пройти, две одинаковые рубашки разного цвета, они тоненькие-тоненькие, на лето прям супер будет, с шортиками, с брючками, прям даже просвечивает тоненько. Желтенькую взяла. И беленькую. Что-то меня потянуло на желтый цвет. И дочь все покупаю. Много вещей желтого цвета. Немного вещей, но не одна вещь желтого цвета у моей дочери. И что-то сынули тоже. У него есть футболка желтая, что-то мне рубашку тоже захотелось. Вот такая вот футболочка с рыбками. Так, эти по 20 лир. Не знаю, сказала или нет. 20 лир футболочка. А убежала бутылка у моей дочери. И последнюю футболку быстро-быстро покажу. Быстренько-быстренько. Тоже 20 лир. Видите, да, средняя цена такой обычной футболки без воротничка 20 лир. Вот. С жирафиком и с тигром. Ну, в принципе, эту футболку можно и дочери, и сыну, ли разницы нет. Ну, а дочери она будет большая. Вот такие вот вещи я купила. Все, ты наелась? Пупся, наелась ты? Да, солнышко? Довольная. Довольная мамина девочка моя, красавица. Что ты так очень так злобно смотришь на телефон? Телефон тебе что сделал? Что сделал тебе телефон? Ничего же он тебе не сделал. А ты так злобно смотришь. Опа! Аслан до пульта добрался. Осла. Ему некогда. Тихо. Ты пока еще не умеешь сама вставать. Не. Пока твое место в уголочке. С этого Аслан тоже начинал. Так что ничего страшного. Да, солнышко. Ай, 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 ой, 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 ой,
Ай. 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 Эй. Эй. Зигра, ты зарядку делаешь, да? Да, мамины, зарядку делаешь, да? Спортом занимаешься? Бак телефону гёрду, делич карту. Чикару кендеме? Я паки. Затан чикарту.